покладистые, добродушные, готовые всегда поддержать, компанейские, золотые ребята. Вот оттуда, кстати, у меня это татарофильство. Потому что я воспринимаю крымских татар только как друзей моего отца. У нас в руководстве республики нету ни одного министра, ни одного вице-премьера, не говоря из одной ветви власти, что возглавлял крымские татары. Что нам мешает? Мы тоже должны объединиться и требовать исполнения закона, который есть. Вопросы топонимики решаются? Не решаются. Вопросы выделения земельных участков решаются? Не решаются. Вопросы переселения крымских татар из мест ссылки решаются? Не решаются. Возьмем указ президента Российской Федерации последний. Он тоже не выполняется в отношении крымско-татарского народа. Нельзя этого допускать. И тогда, я думаю, если мы будем слышать друг друга, понимать боль друг друга, мы сдвинемся с места.